Найт-Сити! У микрофона Стэнли, и мы с вами встречаем очередное незабываемое утро в городе мечты. Честно, я люблю Найт-Сити как родную мать. Правда, это такая мать, которая отдает тебе приют, а потом останавливает на улице и спрашивает: закурить не найдется? Каждый день сюда приезжает по 100 человек. Правда, через год от них остается только половина. И это если год был хороший. Зачем же они едут в Найт-Сити? Конечно, чтобы стать уличными самураями, как Морган Блэкхенд и Уайланд Бобо. Как говорится, чем выше риск, тем больше награда. Но в высшей лиге люди обычно не задерживаются. Чем быстрее ритм твоей жизни, тем быстрее ты выгораешь. И тем больше шансов поймать пулю. Сами знаете, где сейчас большинство легенд Найт-Сити? На кладбище. К счастью, тут всем абсолютно насрать, с чего ты начинал и откуда приехал. Самое главное, какую дорогу ты для себя выбрал. Это Найт-Сити. Город мечты. Мне нужен Ройс. У меня с ним сделка. Мистер Ройс пока что занят. Говори, что надо. У вас есть бот. Модель МТ-0Д-1-2. Его называют Болт. Ну, допустим. Тебе-то что? Меня прислал человек, который заплатил Брику за болта. Мне надо его забрать. Я могу поговорить прямо с Ройсом, если надо. Не, будешь говорить со мной. Я Дум-Дум. На диван, бля, быром. Неплохо нас тут встречают. Живут же люди. Один я как хрен на блюде. Че, в завязке, что ли? А? Да, самый сейчас паскудный срок. Третья неделя пошла. Тебе че, блядь, особое приглашение нужно? Сядь! Я постою. Тебе че, непонятно? Положи свою жопу на диван! А ты заставь. Ну, ты сам попросил. Паркуй жопу, Джек, пока... просто сядь. Это плохо кончится, но... сука. Ну, заебись. Чё такой хмурый? Улыбнись. Дунь. Что это? Скан. Он нехило вставляет. Да он охуенный! Попробуй, не пожалеешь! Давай, не бзди! Спасибо, не употребляю. За братву. Прямую. Которая по-мужски стоит. Реально. Ну и за твоих. Мутила правильно. За моих. За всяких. Вот он. Болт. Модель МТ-0Д-1-2. А Милитех его искать не будет? Да насрать, пусть ищут сколько хотят. Мы стерли у болта серийный номер и переназначили админские права. Так что если уж он твой, то он твой. Дай заценить. Да пожалуйста. Хитро выебанная штука. Динамическая броня с термооптическим камуфляжем. Контроллер вора. Полная когнитивная иммерсия. Зацени, все приводы сделаны из смеси титана, ванадия и кевлара. Смотри, что будет. Интеграция абсолютная. Когда паучок залезает на стены и ползает по потолку... Да, можно и блевануть. Ну как тебе? А, Ворон вроде как не фабричный контроллер для болта. Ха! Нет, конечно. Контроллеры Милитеха подключены к их системам. Ты же не хочешь, чтобы они узнали, кто бегает с их краденым добром? Ворон — наша работа. Исправленная нейронная синхронизация и никакой слежки. Я бы вообще его продавал. Да, мы его берем. Очень хорошо.
Бабло вперед. Брик все получил. Мы в расчете. Брик все получил. Ну и где ты здесь видишь Брика, а? Нахуй Брика. Давай договоримся заново. Отличный подход к делу, я считаю. Условия простые. Нужен болт. Показывай, Энди. Расслабься. Вот они. Прямо так! Просто выкладываешь свои кровные! Берешь или нет? У меня еще дела. Ты так и не сказал, кто тебя прислал и на кого ты работаешь. Меня прислал Декстер Дешон. Декстер Дешон! Жердяй, который наебал половину Пасифики. Он до сих пор жив? Вот этот стрёмный урод! Пиздец себе! Вали в них! Вали, твари! Все ясно! Мерда! Нас отрезало! Забирай боты и контроллер. Только побыстрее! Надо понять, как отсюда выбраться. Привет. Ай, нандесу? Привет. Буку-но-сакуни-ситтеру-но. Анекдот хотите? Что? Ты серьезно? Да ладно. Вот, слушайте. Что говорят киберсвиньи? Они говорят хром-хром. Ха-ха, смешно, да? Боже правый. Ага. Неплохо быть наследником самого императора. Аж всяко лучше, блядь, чем сыном Рауля Уэллса. Охранник? Хуже. Легенда Найт-Сити. И репутация у него так себе. Что делаем? Ждем. Они уже здесь? Идут к вам с посадочной площадки. О ком они, блядь, говорят? Бак кого там несет? О, нет. Только не это. Не может быть. Сабура Арасака? Император? Еще одна ебучая легенда. Тише. Вряд ли тут есть звукоизоляция. Куби вот скомане де коре тейтадаро. Мерда. Тихо. Азуштуры. Арасака-сама. Мада бодячеку гао ватеймасен. Ватаси но муску да. Рей но моно кайшу шимашо ка. Ватаси га яру. Итте куре. Пронесло. Не говори. Если бы он нас увидел... Он не увидел. Помолчи, окей? Просто охуеть не встать. Сабура Арасака. Ватаси га кизуканай то демо омотта но га. Ке ва кеште юрусен. Отвали!
А, еще бы немного. Его пробили. О, Модрес. Это херово. Джеки, ты ранен? Забей пока на меня. Проверь чип. Разгерметизация. Целостность чипа 94%. Он разрушается. Караху. Меня так просто не убьешь! Хороший выстрел! Я тебя убью! Чингара Мадре! Проблемы будут, если ты не увезешь нас нахуй! Неплохо! Отзыв клиента учтен. Как дела у машины? Отлично, но, к сожалению, за нами погоня. Ёбаный насос! Сохраняйте спокойствие. Чего?! Проезд заблокирован. Визуалос! Автомобиль замечен воздушным судном противника. Я разберусь! Как эти говноеды, они уймутся! Ты молодчина, Дэл. Заказ выполнен! У нас получилось, Джек! Да, вроде того. По данным сканирования, мистер Уэллс находится в критическом состоянии. Вези нас к Риперу, сейчас! Приношу извинения, но это невозможно. Маршрут поездки был определен и оплачен заранее. Я не имею права его менять. Нахуй твои права! Делай, что я говорю! Ничего, Ви. Выдержу. Советую поддерживать мистера Уэллса в сознании. Все будет нормально. Увидишься с Мисти, с мамой, со всеми своими. Джеки, не закрывай глаза! Она знала. Она все знала. Не потеряй ради меня. Останков по выбранному адресу. Мне нужен лишь пункт назначения. Биг Вектор позаботится о нем. Родным лучше его таким не видеть. Хорошо, как пожелаете. Мистер Дэшон ожидает вас в номере 204. Встреча высшей лиги, Джеки. Обойдусь без лучей славы.
Сегодня я... Я пришел, чтобы с вами попрощаться. Обожаю, когда ты бесишься. Черт, это Адам Смешер. Джонни, беги! А ты... Ты кто такой? Кто такой? Кто такой? Тяжелее, чем кажется. Слушай, брат, я сделал, как ты хотел. Не брат. Давай мы с тобой. Гнида червяка. Арасака сама, отцо-сама, но сацугайхан мицукемашита. Коно отоко де мачигаэримасен. Хай. 1時間後 には着くかな? Помогите! Ты слышишь меня? Мне нужна помощь! Закрывай глаза. Черт! Нам обоим нужна медицинская помощь. Есть триперы, которым ты доверяешь? Вы были в Кампыке Плаза. Мы должны ехать к риперу. Быстро. Виктор.
Надо ехать к Виктору. Сами не доберемся. Надо, чтобы нас туда отвезли. Позвони кому-нибудь.